Ну что, ребят, перед тем, как посмотреть данный видеоролик, хочу вам сразу сказать, что должна была выйти еще одна серия на 2 часа, но, к сожалению, он не выйдет, потому что исходный файл сильно поврежден, а восстановить его никак не получается. Вот. Как-то так. Как-то так. Вкратце скажу, что там было. Там мы встретили как раз того мужика, который нас спас, да, мы с ним пошли. Каким-то другим ребятам. Вот, и закрывали проходы, ну, проходы в метро, там, да, взрывали, грубо говоря, в игре, да, проходы от всяких этих чудовищ, которые бегают. Вот, больше там ничего такого не было, дальше мы отправились уже дальше. Вот, поэтому как-то так, вкратце так, вкратце как-то так. Очень, я очень расстроился, что вы не видите данную серию, да, которая должна была выйти, но... Ничего, к сожалению, с этим я поделать не могу, потому что исходный, повторюсь, материал поврежден очень сильно. Восстановить его не получается никаким образом. Вот, поэтому как-то так. Приятного просмотра. Ну что, ребята, здравствуйте, здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить The Walking Dead. Что, блядь? Оговорочка, ребят, что-то я как-то, знаете, уже как-то это, о, уже немного это, ну да, в своих мыслях витаю, грубо говоря. Звукин, мы его недавно прошли, ссылочка в описании на плейлист находится, в подсказках тоже, мы пошли уже все 4 сезона, так что посмотри обязательно, очень классная игрушка. А мы с вами продолжаем проходить Метро Эксодус, блять, что? Какой Эксодус, блять? Мы с вами, так, подождите. Мы с вами продолжаем проходить метро 2033 Redux. Вот, очень интересная серийка была в прошлой, да, и позапрошлой, в принципе, очень интересная игра. Вот, если ты не смотрел прошлой серии, посмотри, пожалуйста. Ссылочка в описании тоже на плейлист находится, и подсказка тоже есть прошлой серии и плейлист. Поэтому как-то так. Так-так, но игра очень интересная. Сегодня будем идти, наверное, к мельнику все-таки, да. Вот. Прошлая серия была очень довольно-таки длинная, да, и довольно-таки интересная. Посмотри обязательно, реально. Вот, собственно, атаку, Саш, поудобнее накладывать покушать, если, ну, не наложил, да, кто наложил, при этом аппетит, то кушать, прям чипить кофе или пить воды при этом просмотра, а мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Бля, вот 38 этих пожертвовать мне. Не, не буду. Бля, что так? А что с... А, ну, типа малого несем с собой. Вы это имеете в виду, да? Опа. Бля, это... Что за хуйня? Что за бред? А, она вот сюда же точно. Вон там! Поехали. И смотрите, сколько их этих норок. Я в шоке, блядь, нахожусь. В каком шкафу-то? То есть мы, да, с малым идем. Смотрите, предыдущую вот серию, не смотрели.
тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Не вижу, малой. О, нельзя тут стоять на месте, короче. Аптечек у меня ноль. Охуенно. А что там? Ой-ой, смотри, там дырка. Я вижу. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Вон он, еще один. Пошли с тобой, не бойся. Я с тобой, мы идем. Ой, блядь, нихуя вы, блядь. Мразоты ебаные, блядь. Ладно, не будем останавливаться, похуй. Будем просто идти. Еще один. А, блядь, мы не туда идем, ёбаный, бля. Здесь, короче, нельзя останавливаться, вообще нельзя останавливаться. Ой, ой, сзади подползает. Да ты все там, смотри, проверяешь? Ой, ой, смотри, там дырка. Я вижу. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Навсегда. Мама сказала, если дети... Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Конечно. Малой, с тобой я. Ты знаешь, кто я? Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Не боись, не боись, я профессионал. Мой брат пообещал привезти его назад. Почему? Почему? Дура такая, почему сама зашла? Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти, спасибо, отпусти брат. Меня к ней! Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. Здоровый? Если бы он потерял сына... Как ты сюда попал? Его бы это убило. Дядя умер, мам. И нас всех заодно. Меня этот человек принес на плечах. Я ему помогал монстров убивать. Мам, я небо видел. Господи, милый Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы да, пожалуйста. Моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. А ничего не надо. Оставьте себе, не надо ничего. Ладно, пошли. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх.
Удачи тебе, охотник. От души. Так, ребят, держите. Заметка. Мы две заметки пропустили с вами. Только у нас лучший курс на станции. Вот это возьми, пригодится. Помогает от всего. Это полезная штука. Бери, бери. Хороший выбор. Спецпредложения, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Ну и ладно. Проходите. Бля, еще я не могу снять эту тему. Вообще не могу снять никак. Вообще не могу снять пока что. От души, ребята, от души. Да. Я снова поднимался наверх, в холодное и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Она же он треснута еще. Вечно под конец смены так. Будто смотрит в спину мутант какой. А? Что? Кто здесь? Как там пройти? Опускай лестницу. Дайте, граны не стучили. Давай, давай, цель! Идем один за другим. Ну что, обледенело, так что поаккуратнее. Итак, давайте повторим. У нас есть 15 минут, не больше, чтобы открыть гермозатвор. Если не успеваем, отступаем на базу. Я тут подумал, почему бы нам не взорвать его, а, господин офицер? Страшновато тут наверху торчать. Посмотрите-ка! К
кто это у нас тут? Гермыслитель, а? Он думает! А ты подумал, Шмайн, что нам делать, когда эта жалкая станция будет нами захвачена? Как закрывать проход? Твоей дурной башкой? В общем, прекрати демагогию! Рейх Фюрер дал нам четкое задание! Захватить станцию бесшумно и быстро! Натюрли! Так нас не спрячешься. Ну где же эта свинья зарылась? Ушел, собака. Точно ушел. Найду. Точно найду. Ну что, пошли искать комиссарчика? Черный обходчик. Не, это точно красный. Эй, коммуняка, сдавайся. Если не мутант, будешь жить. Как же он не мутант, если коммуняка? Ты чё? Они, конечно, не дочеловеки, но не все ж мутанты. Пусто. Дальше. Не спеша пошли дальше. Нам нужно по стелсу проходить. Да, блядь. Опускай лестницу. Дайте, громы летучие мыши. Давай, давай, шнель. Идем один за другим. Тут все обледенело, так что поаккуратнее. Вроде же. Или нет? А сверху.
сверху, короче, видели. Понял. Ладно, давайте не торопясь проходить. Думаю, можно тут хотя бы пробежать быстренько. Да ебать, вы сейчас смеетесь, что? Обходите коммунятор! Ну или так надо пройти. Ни одного, прикинь, нету птички. А вот птичку нашел. Заебись. Все, ребят, делов-то, блин. Как говорится, стелс это, знаете, не мое. Либо по стелсу, либо вот как я проходите, да? Откуда? Не вижу, не вижу мудака. Снизу где-то что ли? Ничего ко мне, копряйся. Недолго осталось. А, внизу. Заметка 1. Форпост. Помню, как я радовался, встретив в пустом городе Бурбона такого же живого, теплого человека, как я сам. Куда делось это чувство? Тут на поверхности среди мертвых камней и окаменевших костей опасность сходит от всего. От мутантов, от фонящей радиации почвы, от зараженного воздуха. И все же, даже тут ничего опаснее человека. Ничего нет опаснее человека. И стоит нам отвоевать у враждебного нового мира хотя бы клочок земли, мы устраиваем на нем не колонию, а крепость. Охуенно, блядь, прошел. Лайк.
Не дали все-таки пройти, хорошо. А как мы проходить-то, блядь? А вот я могу пройти, ёбаный. Тихо, тихо, тихо. Прикинь, где я могу пройти? Итак, давайте повторим. У нас есть 15 минут, не больше, чтобы открыть гермозаход. Если не успеваем, отступаем на базу. Я тут подумал, почему бы нам не взорвать его, а, господин офицер? Страшновато тут, не выходит. Посмотрите-ка! Кто это у нас тут? Гермыслитель, а? Он думает! А ты подумал, Файн, что нам делать, когда эта жалкая станция будет нами захвачена? Как закрывать проход? Твоей дурной башкой? В общем, прекратить демагогию! Рейхсфюрер дал нам четкое задание! Захватить станцию бесшумно и быстро! Натюрлих! Почудилось? Скорее бы уже война. Пристрелил комиссара или двух. От тебе и повышение. Да. У него все по правилам. Думаешь, эта крылатая бестия тоже подчиняется приказам господина офицера? Да ладно, хоть вернусь. Сейчас бы крысятники жарили. Это ж не знаю.
мумяки нападут. Чем стрелять будем? Сейчас бы закурить, так ведь припрется тут же унтер. Надеюсь, это наши сменщики там идут. Я продрог до смерти. И фильтр уже... Что такое? Шорох. Попасть был разведку. Интересно, что это? Поверхность. Там сейчас все висит. Крысы? А тут... Может, конечно, и крысы. А. Смену так, будто смотрит в спину мутант какой. Надо бы нос на такие. Да ладно, как вернуться? А? Что? Кто здесь? Магазин пустой! Кто? Ах ты! Чуть-чуть-чуть. Смотришь? Куда нам идти? Я хуй его знает, ребят. Честное слово, блядь. Куда нам идти? Полсерию куда-то идем, блядь. Не могут потеплеть его все-таки. Холодина же. Надеюсь, это наши сменщики там идут. Я продрог до смерти. И фильтр уже на исходе. Что? Что? Кто здесь? Всего один нахуй.
Бля, пиздец, куда мы идем? Может, конечно, и крыс. Уедь, блядь. Сейчас бы закурить. Так ведь припрется тут же. Да, нам дальше, блядь. А чё? Что бы лампочкам этим? Хоть не включай вовсе. Наши все неизвестно где. А ты тут стой. Не пойму просто. В чем прикол-то, блядь? Куда нам идти-то? Я хуй знает, куда там идти, блядь, вы ебанутые ребята. А? Что? Куда там, блядь, идти нахуй, не пойму. Коммунетка! Вот он здесь! Я зарылась! А? Тревога! Красные! Где красные? Что это там? Да где они? Видел одного! Спрятался, гад, надо искать! Видишь его? Нет! Я тоже нет. Убитый! Ну я тебе! Ты
Охуенно. Ой, бля, погнали отсюда. Где нам тут заходить? Куда, блядь? А, о, все вижу. Наконец-то, блядь, дошли. Не совсем поставился, но ладно. Ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Кто идет? Эй, рот красный! Выходи! Тогда не больно убьет! И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Погнали. Нормально, ты чё, блядь? Прикинь, СВХ сидит. Нормально, блядь, чел. Так, там просто... Нет, не посмотрел просто, ладно. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили... Блядь, трэш. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. И всего лишь 10 патронов, ребят. Всего лишь. Как семья? По папе скучаю. Твоя-то как? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застряли. Точно. Кому все это сдалось? Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурмбанфюрер? Эх, что за жизнь? Может, бросить все? Взять семью, да сбежать на газ? Не ты первый, кто об этом думал. Их всех повесили. Ублюдки.
хорошо? Это вы серьезно разговариваете? Если только к нему никто не прикоснется. Все на соплях, ржавая хреновина. Приставь к нему охрану. Тоха, Косой, сюда, смотрите за генератором. Если я вас поймаю за картами, вздерну. Что такое? Стоять! Стоять! Готов! Красные атакуют! Ищем. Ну как? Ничего. У тебя? Пусто. Ну пошли зарабатывать новые нашивки. Бать, что взял, смотри. Шуршало. Где? Порядок. Будет понятно. Постоять спокойно не дают. Непонятно. Вроде отсюда слышал. Хотя... Грибы какие-то не те, что ли? Почудилось. Колено болит. И чего это оно? Черт. Колено болит. И чего это оно? Да, патров вообще, ребят, нету.
Бля, жестко. Стелс жесткий здесь. Но мы до мельника дойдем. Стелс ебанутый просто. Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Нет. Метро 2 — убежище советских богов на время Рагнарока, если силы зла одержат верх. Наш обычный для старых. Метро 2 — для пастухов и их псов. В начале начала, когда пастухи не утратили еще власть над стадом, они правили оттуда. Но потом их сила иссякла, и овцы разбрелись. Только одни врата соединяли эти два мира. И если верить преданиям, они находились на Сокольнической ветке, где-то за спортивным. Потом происходит нечто, от чего выход в метро 2 закрывается навеки. Живущие здесь утрачивают всякое знание о том, что происходит там. И само существование... Бля, это жесть. Да ебал, закрой! А, ну это типа, может, отсылка? Но метро 2 и сегодня вокруг нас. Его тоннели оплетают перегоны нашего метро. А его станция находится в нашем месте. Может, типа, отсылка? Ну, не отсылка, а просто, ну, наверное, отсылка на то, типа, для чего метро 2 делают. Ну, типа, для чего, может, книга писалась. Ну, типа, хуй знает, может, автор, ну, типа... Ну, типа, вы поняли, ну, типа, чел, ну, конечно, чел, ты понял, да? Ну, окей, Сикин Баутмен. Бля, вот, видите, чуть не прошел. Окей, Сикин Баут. А, вот, заработало. Заметка 2. Черная станция. Мы свои заметки пропустили, ну ладно. Метро отучает людей верить в чудеса, зато учить жить без надежды. Зато учит жить без надежды. И все же иначе, чем чудом, я не могу объяснить даже себе то, как пробрался сквозь заполненный фашистами лабиринт черный. Меня как будто вел кто-то. Может быть, неистребимая моя идиотская надежда? Может быть, сама судьба? Дай. С ней здесь необходимо ходить. Бля, да не то и нажимай, я! Бля, как будто уже надо заканчивать серию, да, ребят? Но мы сегодня дойдем до мельника. Дойдем до мельника, я надеюсь. Вот что, блядь. Пиздец. Бля, слушай, да.
Артём, братишка, ты это сделал! Залезай сюда и передохни. Давай. Наконец-то. Скоро мы будем в полисе. Да, блять, вот это пиздец, конечно. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Страх. Мы слабы. Мы умрем. Ужас. Это конец. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо своих, чадо любит их. И старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Кто, бля? Ответь! Кто ты, бля? Беги, Артём, беги! Что он делает? Мира. Мы хотим мира. Ты не можешь спрятаться от будущего. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Бля, это жестко нахуй. Что это было, блядь? Ну ладно. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Ми фашистен, приехать захватить ваш станция! Ульман, ты что ли? Повезло тебе. Классно, шутки осуждаю. Тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, а нас вот так не было видно? Бля, ебать, стрёмная хуйня, смотри. Зеленые круги, блядь. Нас разве так не было видно, блядь? Нас разве так не было видно? Там проходил по столу, блядь, стрёмная хуйня, если честно. Бля, вот это особенно, смотри, стрёмная. Полис. Мы приехали с вами в полис. Я честно не помню. Я не помню, чем закончится эта, ну, часть первая, да? Чем закончится она, я не помню. Ладно, пошли. Пошли, Артём. Мельник ждать не любит. Пошли. Бля, компьютер. Серьёзно, у тебя компьютер? Нормально. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ольга, договорились. Не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Патронов не здорово. Надо? Могу предложить. Бля, мужик, на что надо? Помогает от всего. Вот это возьми, пригодится.
Блядь. Раньше надо было. Хорошего. А пока подождешь. Ну, папа. Никаких ну. Опа. Держите, ребят. Я просто ждал их на черной. Кстати, фашисты ее все-таки захватили. Явно подползают. Налетай, разбирай. Подумаешь. Товарищ полковник, докладываю. Вольно. Артем, я Мельник. О, рассказывай. Здорово. Сюда. Здорово, Мельник, здорово. Он по-другому должен был говорить, нет? Он должен в другом времени, нет? Хотя, может, я ошибаюсь, может, ошибаюсь. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Пошли. Да вот будет прикольный сейчас финал, да? Не, ну вот на кой ты так накидался, братела? Надо. За тебя! Отвали! Надо! У меня не... Новое лицо! Нет, не делай чисто. Вечно ты так. Живешь. Хорош домогаться! Ну, сюда нельзя. Зона сейчас особой опасности. Рыбу и тетя Надя. У нас вот как-то тоже было. В общем, накатили мы с пацанами. Финал, что ли, блять? Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Двинули. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Давайте, ребят, на этом с вами остановимся. Серия так длинная получилась. Спасибо за просмотр. Такая серия была очень интересная, очень реально классная. По мне прям такая. Мы дошли до Мельника, как я сказал, да. Поговорили, вот. И следующую серию уже начнем как раз таки отсюда. Спасибо за просмотр еще раз. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно. Мне приятно, спасибо за ранее, кто делает. Это поддержка мне ваша, и она меня очень мотивирует делать что-то дальше. Я ее вижу, и комментарии ваши еще лайкаю, и лайкаю тоже, да. Вижу лайк, я уже заплекаюсь, да. Спасибо за просмотр, такая серия была. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.